и о чем мы говорим. Вот такие бои без правил есть и у нас. То есть каждый может месить друг друга. Но возраст. И мы вам показываем тех, кто в свое время отмесил друг друга. А теперь кто это? А именно, челябинец хочет заговорить магнитогорца. Хочет, но не получит по одной простой причине. Тоже хороший человек, но может показать и свой класс. И класс не кисел. Количество ударов поболее, чем у спеца из УВД. Вот оно как. То есть, извините, но как-то нокаута и не вышло. Почему такое произошло? А все просто. Герман Болховских, он занимается и перестройкой, и вытягиванием. То есть, по сути, это не человек, юзающий комп, а директор качественной артели, для которой перестройка и возведение новых конструкций главное. К слову, вот посмотрите, есть входная группа, построенная странным человеком. То есть, по сути, ни фундамента, и честно, находиться с такой стройкой опасно. Так за сколько же ее можно убрать, скажите мне? 2 часа мы ломали входную группу. Ровно 2 часа. Конечно, тоже устали, потому что работали интенсивно. Если бы мы работали не на показ, мы, может быть, делали бы это 3-4 часа. На показ мы, конечно, вложились. 2 часа? Вся входная группа? Но 2 часа вся входная группа, да. Обалдеть. Вот так. И мы все это понаблюдали. 2 человека и результат. Можно было бы, конечно, привлечь и больше и разбирать это чудо день-два. Но мы говорим об артели «Перестройка». По сути событий, это единственная артель в городе, позволяющая все делать быстро, во как! Быстро и качественно. Была входная группа, а вот ее нет. Безо всяких косяков. Все грамотно сделано. А вы сможете? Думаю, нет. Потому что мы говорим об опыте работы, а ему более 20 лет. Все делается оперативно, с соблюдением должного уровня безопасности. При этом цены меня лично радуют. По сути событий, мы еще и говорим о фундаменте. Причем делается он из свай. То есть закручиваем сваи и получаем результат. Максимально быстрое строительство. Теперь возникает вопрос, да, мы все-таки говорим про сваи, да? В чем прелесть сваи? То есть мы говорим о конструкции дома, да, мы здесь поставим дом. Свайный, в смысле, это щитовой дом, естественно, да. Он проработает столько, сколько он должен проработать, потому что вы работаете для себя. Ну, сколько человек может? То есть средний человек где-то в 40 годков, который себе может это дело позволить. Я всем объясняю, что, ребят, ну давайте все-таки включим мозги. Потому что вы платите за свою квартиру бешеные деньги, да? Гораздо проще себе дом построить, да? И сколько вы проживете? Ну, в среднем. То есть, если у нас мужчины где-то в 50 лет на том свете, да? Ну, о чем мы говорим? Будем рассчитывать, что проживут до 80, да? Желательный возраст встретить правнуков, вот. До 80 прожить, но если вы взялись где-то лет в 40, там, продав доставшуюся вам по наследству квартиру, строить дом, то самый лучший вариант – это какой-то из недорогих. А недорогой что? Свайный фундамент, который все-таки в разы дешевле бетонного, да, и не требует долгих лет строительства. Если вам делают бетонный фундамент очень быстро, не верьте, вас эти люди обманывают. Нормальный бетонный фундамент должен отстояться год до начала возведения этажа. Свайный фундамент несколько дней. Вот, ну, грубо возьмем для этого фундамента рабочая неделя, и он будет готов к подъему первого этажа. Все. Почему такие сваи? Вопрос становится все более очевидным. Мы понимаем, что на смену кирпичу и шлакоблоку идут каркасники. Время-то другое. Теперь я вам покажу, как ломается шлакоблок. 3 секунды, и нету вашего типа крутого дома. Нормальненько, так? Если не нормальненько, посмотрите новости. Там разрушаются и ваши кирпичные дома. То есть ничего не простоит так долго под луной. Каркасник прост и приятен, и собирается, и выносится легко. К слову о том, сколько вы будете жить. Так что я понимаю правила. Разбирать надо так же, быстро. Прошло то время, да, 50 лет. Вы уже на том свете, да? Ну, земля-то ценится, правильно? Что дальше может человек сделать? Снести дом, стоящий на свайном фундаменте, труда не представит. Убрать сваи – это вам не убрать бетонный фундамент. Труд тоже невеликий. Наймете 2 человек, которые срежут под корешок эти сваи. Захотите вы, предположим, построить дом другой конфигурации?
вы просто рядом с этими сваями вкрутите другие к тому времени, по вашему новому проекту, и построите дом. Для себя лично. Для себя лично, на том же самом месте, не вкладываясь в великие затраты по демонтажу старого дома. То есть переделка данных домов крайне простое дело. Крайне простое дело. Теперь маленький вопрос, просто у меня человек, который занимается строительством домов из C-панелей, он говорит, а как мне с вами связаться? О. Связаться очень просто. Телефон 453130, это короткий МТСовский номер. Я готов к общению в любое время.